Так, друзья, всем привет! Всех с праздником Днем Победы! И мне на День Победы пришла вот такая вот замечательная посылка от Яндекс.Маркета. Ну, сделал себе подарок в этот праздник. Итак, открываем и распаковываем, и смотрим, что там нам привезли. Так, вот так вот это все запаковано. Распаковываем дальше. Много бумаги, много поролона. И вот она машинка, смотрите, какая классная. Сейчас мы ее распакуем дальше. Оригинальная упаковка, значит, здесь она, это модель автомобиля ГАЗ-14 «Чайка». Такие автомобили выпускались на Горьковском автозаводе ограниченной серии. И предназначались они для министров союзных республик, в том числе и общесоюзных министерств, для секретарей обкомов, для первых секретарей комитетов коммунистических партий союзных республик. Ну, в общем, очень такая красивая, классная, раритетная машина. Сейчас мы сделаем фокус, чтобы вам ее можно было разглядеть. Так, друзья, да, вот она, эта машина. Как видите, здесь все детали очень мелкие и точные, то есть как в оригинале. Вот так она выглядит сзади, то есть это кузов типа седан, но класс лимузин. Представительские автомобили в Советском Союзе. Всего было сделано около 3000 экземпляров таких машин. Вот смотрите, как выглядит фальш-панель радиатора. Двери здесь не открываются, и никаких движущихся и мигающих элементов нет. То есть только колеса. Вот, поэтому модель, она, в общем, коллекционная, не для игры. Здесь вы видите такое небольшое зеркало бокового вида. Здесь зеркало боковое. Около водителя. Это зеркало предназначалось для службы безопасности. Вот. Такие автомобили. А в следующем выпуске я вам расскажу, кому из известных наших общественно-политических деятелей Советского Союза принадлежали такие автомобили.